Всем приветик! В Дубае день 2. Tomorrow. Сегодня утром мы проснулись в 9. Покупались в басике, но я ничего не снимала, но добавлю сюда, короче, фоточки. Сейчас мы собираемся выезжать в парк, в котором цветочки. Лук на сегодня у меня такой. Я надела лорбиан, потому что в кедах капец, вчера ноги болели, гудели. 23 тысячи шагов прошли, прикиньте. Представьте, 23 тысячи, интересно, сколько сегодня будет. Время 12:23, собираемся выезжать. Обзор на наш отель. Он, кстати, многоэтажный. Ну, как многоэтажный, где-то 6 этажей. Вот так он выглядит. Я даже не знаю, как обзор делать, потому что... Ну, я не специализируюсь на этом. Знаете, наш отель еще, я не знаю, мы взяли отель в районе, где Филиппины, что ли, что-то типа такого, но мы не знали об этом. И здесь в основном одни филиппинцы тусуются, и такая же там еда, базарчики, вот вчера вам показывала, тоже филиппинские, но мы не знали об этом. Поэтому прикольно, ну мы, кажется, от них устали, они на нас похожи чем-то, ну как бы на лицо, знаете, чуть-чуть есть такое, но не сильно. Очень богатые азиаты. Так этот влог там самый крутой YouTube канал, который? Да. Который Ингар может видеть, что-то. Да. Или что там скоро миллион там? Да, вот скоро через 2 месяца. Нашлись, приехали. Мы хотим пополнить нашу метро карту. Не знаем как. Здесь все по-английски или по-арабски. Туалет пытается разобраться. Посмотрим на людей, как они пополняют. И тоже пополняем. Что, как все идет? Нормально. Нормально? Нужно дать наличку. Слишком дорого получилось, и мы решили подойти. И не этот, не париться, скажем так. Карта стоит 6 дирхам, но мы покупаем за 25, потому что там 19 дирхам уже включено. У нас есть 19 дирхам. 19 дирхам это примерно 2500 тенге. Это нам на 3 поездки получается. На 6 тысяч на 3 поездки. На двоих. На каждого 3000 тенге. Ага. Знаете, в Дубае все сделано настолько комфортно, в том плане, что мы идем сейчас над дорогой. И вот просто с метро даже не выходили. Идем над дорогой, чтобы не ходить по жаре. В основном здесь очень жарко же, и поэтому всегда так происходит, что людям легче, лучше идти над дорогами, внутри здания, где кондиционеры, нежели чем идти просто по улице. Нам сейчас, кстати, нужно будет на вот этот автобус какой-то сесть. Едем в сад чудес. Всем пока. 105-й автобус ждем. Вот здесь еще написано. По плану, короче, досмотрите до конца, потому что на последний день мы берем в аренду авто. Пока не буду говорить, какое. Вы можете пока что предположить, написать комментарий, какую машину мы возьмем в аренду. Баский автобус, и прикиньте, здесь даже есть зарядка. Но она, правда, USB, но есть же главное. Прикол. Мы заходим в этот парк чудесный. Как он называется? Как называется парк? Гарден. Сад чудес, короче. Ребят, всем хаюшки, мы приехали сейчас в сад чудес, и я привезла петличку, на меня сейчас все так смотрят, но ладно. Я привезла петличку, чтобы звук был качественный, чтобы, например, вот когда вот такие водопады, меня было хорошо слышно, и давайте я вам покажу, какой здесь красивый парк, и здесь можно сделать очень много разных фотографий. Растения, правда, все живые, что очень странно, потому что в Дубае жара, я не знаю, как они цветут, и еще такие красивые. Ну что, пойдемте? Let's go! Это настоящий самолет, у него даже двигаются вот двигатели по-настоящему. Это все выглядит очень красиво, ребят, вы не представляете. Таулет собирает кадры красивые. Хожу такая с петличкой и снимаю вам. Это нереальная красота. Небо Ажека очень зацепило. Только что
меня спофоткали наши казахи. Мы их нашли. А? Ой, сори. Мы их нашли, короче. И они нас пофоткали. А, здесь вставлены кадры, которые были. И хочу вам показать. Вот, хочу вам показать сам самолет, как это все выглядит. Очень красиво на самом деле. Даулет пошел смотреть. О, панды, тир. Игры вообще кайф. Че, сколько стоит? Здесь нужно, кажется, ловить уток. Первая игра есть здесь. Также есть панды, еще что-то. Такой тир прикольный. Ребит, блин, камера. Но это очень красиво. Мне кажется, мой словарный запас, в принципе, заканчивается на слове «очень красиво». Меня там видно? Я такая крутая, с петличкой хожу. Вам снимаю на YouTube. Ой, Даулет ушел. Вот. Мы застали в Дубае дождь. Это же вообще что такое? Реально маленькие капельки дождя идут. Сейчас мы сидим в парке чудес. Хотела бы немного рассказать с таким красивым видом про Дубай, в общем. Прилетели мы в Дубай вчера. Позавчера. Позавчера ночью, с воскресенья на понедельник ночь. Понедельник уже вышел влог, наверняка. Сейчас я хочу про Дубай сказать пару слов, в том плане, что Дубай не везде такой красивый, как в Инстаграме, как мы видим. Есть другая часть Дубая, о которой никто, наверное, не освещает, не показывает. Она не такая красивая, не такая яркая, не такая масштабная, не такая большая. Мы еще должны будем в последний день побывать в Абу-Даби. Не знаю, какой будет он, но почему-то для меня Абу-Даби было какой-то странный маленький городишко. Я кроме Дубая ничего не знала. А на самом деле оказалось, что Абу-Даби это как бы столица Эмиратов. Поэтому он тоже должен быть красивый. Там есть Феррари-парк, но он очень дорогой. Так что хотели люди пройти мимо меня и не прошли. Потому что осуждающий на меня посмотрела, да, такая шучу. Вот, Феррари парк, вход в него стоит 375 дирхам, это примерно 50 тысяч тенге. Там есть разные аттракционы, еще что-то, но, блин, 50 тысяч тенге тратится на то, чтобы просто зайти. Не знаю, готовы ли мы к этому или нет, будет ли у нас возможность такая. У нас была определенная сумма. Я сделаю в конце, наверное, видео о том, сколько мы взяли с собой в Дубай, сколько у нас на что ушло, куда мы ходили. Такое отдельное видео про Дубай, но это уже будет снято наверняка не в Дубае, а уже в Казахстане, чтобы показать полностью, сколько у нас ушло на дорогу, на какие-то такие минимальные расходы. Единственное, что я еще скажу про Дубай, что Дубай — это масштабы. Это огромные масштабы, огромные деньги. Дубай, мне кажется, сейчас даже живет не благодаря нефти, а благодаря туристам, которые сюда приезжают. Здесь есть испанцы, итальянцы, ну, в общем, европейцы, индусы, пакистанцы, которые, скажем так, имеют возможность сюда приехать. Очень много индусов, на самом деле. А для них это кажется прям очень туристический. Дубай, знаете, не только для СНГ-шных туристов, как будто сделанные, но для всего мира, в общем. Но я редко здесь вижу корейцев, да, китайцев. Корейцев мы только одну пару видели, кажется. Китайцев мало, вот что-то такое азиатского очень мало. Имею в виду вот из этих национальностей. Японцев вообще не видела. Я не знаю, японцы вообще выезжают ли куда-либо, потому что их очень редко можно увидеть где-то за зарубежными странами. Сейчас у нас невероятный вид сзади. Точнее, впереди для меня, для вас, сзади нас. Я, кстати, ставлю кадр с лошадью, которую я сейчас вижу. Они такие огромные. Они просто огромные. Мне надо рядом с ними фотку сделать. И я эту фотку тоже сюда добавлю, хорошо? Все, на этом пока я буду заканчивать. Все равно буду снимать влог, но такая именно разговорная часть подходит к концу. Если вам интересно посмотреть, сколько у нас ушло на Дубай, в общем, сколько мы потратили на букинги, на проживание, на отель, на перелеты, то пишите в комментариях, я сделаю отдельное видео на YouTube. Всем пока! Заказали бургеры, ждем. Харди заказали бургеры. С таким прикольным видом будем сидеть, кушать. Это у нас когда завтра. Когда мы теперь еще будем так сидеть с видом на такой сад, кушать бургеры? Да. В Дубае. Если что, сейчас, кстати, мы завтракаем и обедаем одновременно. Мы взяли, короче, комбо за 115 дирхам, туда входит 4 бургера, вот такая что-то там корзина чего-то. Напиток, короче, фри. А фри там нету? Есть.
Знаете, 115 дирхам это 14 тысяч тенге. Мы за 14 тысяч тенге купили всего 4 бургера, 1 литр колы, фри и наггетсы. По идее, мало. Ну, в Казани за 14 тысяч мы бы там еще больше разгулялись. Бургер от Hardee's. Все, по идее, его хвалят. О, на арабском написано, прикольно. Но в лету понравилось, он заценил. Что, вкусно от 1 до 10 сколько? 8. 8? Я свой, кстати, не пробовала. У меня здесь говядина. С Даулетом поели. Убежал в горную. Надеюсь, меня там слышно. Поели Hardee's. Кажется, я снимала это. Сейчас еще раз пройдемся по парку, посмотрим его. И после уже пойдем на базар. Он открывается в 6 часов вечера. Там тоже должно быть интересно. С неба ли? Даулет собирался выходить. Я говорю, за что мы 190 дирхам отдали? Мы должны насладиться всей красотой Эмирата. Всей просто. Ой! Красивый самолет с этой стороны тоже, кстати. Смотри, если взять посмотри. Деньги. Вот, послушай меня. Если взять деньги государства, которые они вкладывают куда-то, там дороги переделывают, что-то переделывают. Окей, это все нужно. Вот взять один раз, сделать от души дороги, взять другие деньги, которые они куда-то тратят, сделать Алмату туристической, построить вот такие вот, взять самолет бэушник найти. Есть же, которые списываются аэропортом, выкупить государство, поставить, посадить такие растения. Пожалуйста, будет место, куда люди будут скапливаться и приходить. Это сколько рабочих мест здесь. Это сколько туристов будет приходить. Опять все умные, да? Но это правда. Это еще большие слоны, большие лошади, большие пингвины. Да, парк местный. Ой, как прикольно. На эту сочную картинку. Алтынкы наспаны, алтынкы. Мы фоткаем казахов. То, что с этими девушками афроамериканками Тавля сделал фотографию. Сейчас фоткаемся, фоткаем казахов. Семейное фото на память. Вам этот парк с другой стороны. По идее, я очень рада, что мы приехали сюда тогда, когда здесь было примерно не так жарко, сегодня облачно, солнца нету, а тут прикиньте, в такую жару ходить во всем этом, это, конечно, да. Но красота здесь нереальная. Мы садимся в такси, пытаемся понять, сколько оно стоит. Здесь очень много красивых такси. Это уже качается. Приехали сюда за 5000 тенге. Ё-моё. 12-10 минут. 10 минут проехали. В Астане мы бы за эти деньги бизнес-класс бы заказали. И то мы никогда, кстати, не ездили в Астане на бизнес-классе. Он чисто эконом или вместе. Блин, это самое дешевое было такси. Самое-самое дешевое, даже недорогое. Global Village – это место, где находится представлены 90 стран мира. Сейчас будем смотреть разные страны, я вам буду снимать и показывать. Так, смотрите, Лондон. Это что? А, ой, Вашингтон? Статуя Свободы разве не Вашингтон? Нью-Йорк. Да? Ладно, не суть. География, кто это география? Китай. Это Лондон. Вон там Рим, Колизей. Как красиво здесь! Я говорю, мне не кажется, что здесь типа страна и типа магазин с этой стороны. Здесь просто построили, чтобы люди приходили. А так обычный магазин. Да, потому что, например, вот здесь Колизей условно стоит, а вещи продают арабские. А я-то думала, там будет что-то колизейское, итальянское. О, итальянское, итальянское. Итальянское, да. Общается со своими турецкими братьями. Хочет траличи. Говорит, тральче варма виджим. Мы шли в какую-то Турцию. Вот, кстати, тральче. Это тральче. Пообщался. Ой, мы взяли наше тральче, любимое. В Турции его, блин, за 500 тенге покупали 5, здесь. 5, ну мы вот. Взяли за 3600. Мы здесь за 3600 купили, а в Турции покупали за 800 тенге примерно. Чё, халай? Она? Она. Кадровый голос, короче, будет. Я надела петличку, показываю вам атмосферу в этом, как он называется, блин?
Что-то там Village. Здесь представлены 90 стран, как я и до этого говорила. Вот. Там есть какой-то аттракцион сзади. Блин, его не видно, жалко. Но колорит людей, конечно, удивляет. Поняла одну вещь, гуляя здесь, что хочется такое времяпровождение проводить с кем-то родным. Друзья, кто еще есть там, не знаю, родственники, да, кто угодно, но не одним. Вы смотрите наш влог, а вы знаете, сколько мы за сегодня потратили? Мы потратили порядка 60 тысяч с утра. Это включая еду, включая входные билеты, такси, автобус, метро, вода, все это вместе. 60 тысяч. Это не отель. Это не отель, да? Просто. 60к. В Астане 60к, нам это продукты, по идее, на месяц плюс-минус. Что? С семьей, говорю, приехали с ней, всей толпой, твоей, моей. Тусить здесь 20 человек, браво, казалось. Страшно. Мы же хотели свадьбу в Дубае сделать. Ну, Дубай, свадьба-то одно, у меня как шурц кульмис умер. Я смог? Гулять приходить. Нет, если, не знаю, мне кажется, если у нас свадьба будет в Дубае, она будет на пляже. Мы сюда не будем приходить. Свадьба же один у нас будет? Ну, мы сюда не будем приходить, или будет. Или один минивэн возьмем в аренду и будем кадельсить по Дубаю. По Дубаю. Вот здесь проходит какой-то концерт небольшой. Люди на газончиках сидят, кайфуют. В общем, у них все хорошо в этой жизни. Все-все у них удалось. Здесь город, такси, всякие такие. Сейчас я немножко затемню. Ой! Уехали, ребят, сори. Сори. Затемнить хотела вам. Вот. Вот так намного симпатичнее видно. Ничего не отражает. Очень красиво. Здесь есть Африка и Россия. Они стоят вместе. Сейчас пойдем туда. Также там есть Амстердам. А нет, Америка это и Европа. Мне кажется, три самых интересных страны. В Африку. Здесь очень много африканского чего-то, кажется, сейчас будет. Как будто оказалось немножко в Казахстане. Здесь деревянные посуды. И на этих красивых животных, на тарелках, которые вырезаны из дерева. Вот это я считаю прям реально топчик. Здесь мы в Африке, капец, нам было жарко. Я пытаюсь максимально снимать, но это так тяжко. Ой. Это тяжело. Жарко. В России и здесь огромная матрешка. Здесь везде матрешки. Прикольно, да? Матрешки, матрешки, белые лепесток. Ох, как много матрешек-то. Йоу, матрешки. Это у нас Европа. В России ничего интересного не было, поэтому я не сняла. Максимум, что там были, это матрешки. После матрешек ничего не было. Там, да. Там были только эти. Какие-то, не знаю, нарощенные ногти, джин, семечки. Ну, все, что вы и так видите. Этого мне интересно. Европа. Но Африка, кстати, была самая интересная, и в Африке было очень много людей. Я там нормально даже снять не могла. А вот в Европе не так много. Просто какие-то непонятные вещи. Кстати, что не связано совсем с Европой вроде бы? Что это такое? Кроссовки базарские? Какая Европа? Я не знаю, что они здесь делают, даже не спрашивайте, ребят. Знаете, я сейчас очень полна разочарования, потому что... Это все не Европа. В Европе нету вот этого, а? Татуировку хочешь? Татуировку не хочу. А, это не Европа. В Европе вот этого всего нету. Потому что реально, ребят, вы думаете, в Европе есть... Вы думаете, в Европе есть резиновые... Что там, сумки? Сумочка прикольная вот эта, конечно. Капец, какая красивая сумка. Сумки. А вот здесь резиновые сумки. Камон. Прикиньте, резиновые. На резиновую сумку. Девчонки, привет. Сегодня у нас на обзоре сумка. Она открывается с другой стороны. А вот здесь есть резинка. Идет в комплекте поролон и какая-то хуйня. Ой, фигня. Стоит это, наверное, порядка 100 дирхам. Это 12 тысяч тенге. Не знаю, для чего это, кому это. Резина просто тупо горимая. Вы грязные? В Европе не бывает сумок из Китая, не бывает обуви из Китая. Это нелогично. Там я пошел смотреть изики, которые там, не знаю, по 1 000 000 дирхам стоят на базаре. Я в шоке, ребят, в шоке. Я уже устала, мне жарко.
Знаешь, что здесь европейское? Это вот рюкзак с Лондоном и флаг. А еще утка тоже с Лондоном. Все. Все, что здесь есть европейского. Сколько это все строили? Представьте, вот эти все детали, вот это вот все. Например, здесь даже шар стоит. Джин, Аладдин, не знаю, вот всякое вот такое. Вообще, красота реально. Целый город построили, да, пойди, если так посмотреть. Мы реально в Японии, и вот в Японии все японское. Это все. О, киткат с матчей! Там есть киткат с матчей! Смотрите! Смотрите, здесь есть M&M's в виде карамелек, Сникерс, я не знаю, то есть карамельный какой-то, Мистер Бист шоколадки есть, точнее печеньки. Смотрите, какой киндер прикольный. Еще Фанта розовая, Киткат с матчей. Я в шоке, здесь еще есть киндер круассан. Круассан, видели? Видели такое когда-нибудь? Вообще, я в шоке, что такое? Сникерс. Что это? Какие-то... Что это? Брауни кейк. M&M's кейк. Где фокус? Вот, Твикс кейк. Милка есть вот такая. Орео есть. И еще из того, что я прикольное увидела. Это вот такой вот Милка шейк. Молочный коктейль. Тоже красивый. Здесь шоколадки Мистера Биста, еще вафли Мистера Биста. Но все это стоит очень-очень много. Вот еще есть Мистер Бист. Дошли до аттракционов. Как будто, знаете, в каком-то Диснейленде, честное слово. Все такое разноцветное, все такое горит, все такое яркое. Я говорю, интересно, аттракционы бесплатные, тот говорит. Здесь ничего бесплатного абсолютно нету. Hi, everybody. Today we go... Мы до сих пор в тематическом парке. Мы шли на выход, но мы увидели, что сейчас здесь будет оркестр, симфония, саундтреков из фильма какого-то, не знаю. Вот. Мы пришли послушать, посмотреть. Вот. Потом должны доехать до отеля. Ехать, например, где-то час. Представьте до время. Отеля? Ну, в общей сложности. В общей сложности сейчас ехать. А, сейчас время 9:30 где-то. Я уже засыпаю. Мы прошли 11 тысяч шагов. Вчера, кстати, было 23 тысячи шагов. Сегодня 11. Не так много. Перестала работать вот эта карточка. Потому что мы только что, когда с автобуса выходили, не нажали вот так вот. И нам пришлось еще раз пополнить. И вот Толик сейчас стоит, пополняет свою карту. Я не знаю, как он это вообще делает. Потому что только что у нас была проверка, заработает ли она, если мы пополним. Нам сказали recharge, и вот мы пытаемся, Толик сейчас там разбирается. Как думаете, получится? Но я уже зашла, он ждет чего-то. Деньги положить, наверное. Мне кажется, у него нету размены, так как у него только 50 дирхамов, это слишком много. Где в отель? Я, честно, не могу снимать вам тайские магазинчики. И вообще магазинчики, там вообще какой-то бред происходит. Мы вам сейчас сделаем распаковку того, что мы взяли в магазине. Немного взяли, на самом деле. Every time we touch, I feel at home.